Всем привет, друзья! Начинаем игру! Сегодня мы играем с Зерешкой против кого? Против кого-то, короче. Так, выбираю Брока. Он у меня 18 ранг, 7 сила. Ну что, погнали? Дерей, кого? Давай быстрее. Будем играть Brawl Ball. Да, и вот, мы должны победить. Но мы не победим 100%. Чтобы звук поближе был. Сначала их надо убить. Как они быстро атакуют. Как они быстро атакуют. Кидай, кидай. Все, меня завалили. Так, пока я себя отвлекся здесь на видео. Молодец. На, вот. Далеко пока. Надо дождаться, дождаться. Шеки тебя убьет. Да не убьет. На, мы его уничтожили, побежали. Давайте дальше. Я ее убью. Вот, забирай, забирай, я тебя пасану. Нет, а кто это? Ребзи, Робзи? Так, меня... Ох, нас ушатали. Молодец, Робзи. Робзи, молодец. Что ты сейчас появишься? Нет. А я бан Робзи, а она бан Робзи. Она типа тоже... Его смотрит. Сначала убей. Что за бам проклятый? Не пойму, не пойму, я не пойму. А, это такой крутой блогер, типа там. А, нас завалили. Быстрее появляйтесь, появляйтесь. Все, капец. Неужели? Ой, молодец, бан Росби. А бан это его так зовут, что ли? Нет. Все, мы проиграли, капец. Да. А почему у тебя бан, у нее Робзи, а у тебя проклятый написано? Это на самом деле, это один, один блогер. Ну кто блогер, бан? Нет, Робзи. А почему у вас у обоих бан написано? Ну это типа, бан это типа ты не, ну типа ты читер. Я хочу посмотреть, это настоящий. Что, играть снова? Нет, дай я кое-что посмотрю, можно? Давай быстрее, я не хочу, чтобы много времени на это видео записывал. Ага. Надо много играть, вообще надо играть снова, играть снова, играть снова, чтобы было прикольно. Так, я все-таки сказал же, я возьму, наверное, вот эту девушку Розу. Она у меня так. Ребята, оставляйте комментарии, с кем бы вы хотели, чтобы я сыграл. Следующие игры буду, чем больше будет предложений по этой теме, с теми больше и буду играть. Чё ты так долго? Нет, я же не настоящий. Давай. Роза у меня 21 ранг, 6 сила. Ну что, погнали. Короче, я давай буду тебе пасовать. Нет, если что. Оп. Ах, блин. Не беги, сначала убей. Ну да. Честно говоря, я как бы ровно месяц уже играю. О, молодец, а, нет. Где ты? Я здесь. Кидай вообще далеко. Давай, кидай. Эй, я вообще кинул далеко, а вы что-то... Эй, меня что-то замер, почему-то я замер. Ай. Папа, ну ты даешь. Ёшкин кот. Так. Нетушки, сюда мы тебя не пустим. Давай. Видишь, они командой идут. Они молодцы, они толпой. Давай, погнали толпой. Давай. Иди в кустиках надо. Тебя так запросто убьют. Давай, я сейчас... Забирайте, Инде. Я почти дошел. Ну, я стараюсь. Ой, молодец, вон туда ушел он мяч. Молодцы. Нет, кто-то они сюда идут. Где вы? Меня убили. Убили, сейчас вы появитесь. Ой, меня этот... Убивайте его. Минута осталась. Нет, только не забили. Молодец. Давай! Другое место, кидай другое место. Воу, кидаем. Давай, кидай, я тебе помогу. О, молодец, давай, догоняй его. Не бойся. Воу! Yeah!
Я забью гол. Дай, нормально, 5. Супер. Начало бей. Осталась минута. Осталось меньше минуты, надо продержаться. На-на-на, нам бежать, 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 бежать. Надо. Беги, беги, беги. Сначала кидай далеко, бить. Кинь далеко. Кто это? Джакеб Броу. Кто это? РБУ. Блин. Он сам идет к своим воротам, потому что он боится меня. Эй-эй-эй, встречать кто-то должен, встречать. Нет. Встречай, нет, 15 секунд. Ё-моё. 15 секунд. Не смогли продержаться 15 секунд. Это просто кошмар. Папа, давай, давай. Нет. Всё, капец. Атас, а чё вы так быстро погибли? Мы выживали без тебя, это ты быстро погиб. Эх. Ребят, придется снова, уже третий раз. Вот, блин, что-то у нас этот броу-бол постоянно такая тема. Самое сложное, по-моему, броу-бол играть, да? Ну, самое легкое это столкновение. Столкновение, да. Каждую думу даже только три раза играть. Вот это последнее. Если мы поиграем... Ну, не надо три раза только играть. Надо... Ой, у них здесь опасные такие. Вон тут. Быстрее, забирай мяч. Где мяч? В эту сторону кидай. Я его сейчас... кидай туда, кидай. Молодец, Сопи. Кто это? Сопи, Шмопи. Шмопи, Шопи. Давай. Опа, взяли, 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 побежали. Давай, Паша, кидай. Оп, давай, побежали. Давай, папа, давай. Молодцы. Нет, где вы все? Меня убили, вот все они. Ага, молодец. Я так, вижу. Так, ты так. Я наоборот, от них вижу. Давай, папа, я их открыл. Ай, блин, завалил, не успел. Где вы, друзья? Так. Надо вообще как-то в пас играть. Вот, допустим, вот этого сейчас сначала надо вот этого. Надо сначала всех убить, а потом... Ну, я и говорю, да. Давай, забирай вот это. Меня убили. Надо подальше откидывать от своих ворот. Зире, да. Че он там один бегает? Ты почему не помогаешь? Да. Вот он, с этой стороны сюда беги. Сюда. Появляйтесь, господа, убивайте. Господа. Ну. Блин, молодцы. Стойте возле ворот, не подпускайте, убивайте их. Я один остался, нам забьют сейчас. Нет. Да что такое-то, броу-бол вообще очень сложно играть. Погнали, давай. Ты взяла, я тебя сзади охраняю. Вот я его. Сейчас я его убью, подожди, давай. Эй, ты где? Эй, давай, загоняй. Чуть-чуть не забил, прикинь. Блин, обидно, если нам еще второй гол забьют, вообще атас. Ай. Вообще, конечно, жестко было. Нет, что будем играть до победного? Подожди, я выйду. Давай до победного. Нет, смотри, сколько уже? Ну ты ладно. Ты мне должен набить. Знаешь, сколько ты мне должен? Я тебе ничего не должен. Смотри. Ты сама играешь. А кто проигрывает? А ты же тоже со мной в команде. Нет, у тебя тоже чуть-чуть. У меня тоже минус кубки. Так что. Сейчас, не надо. Папа, давай возьму. Наверное. Так, короче, давай я возьму, наверное, вот этого Бо. Давай сначала всех убьем вместе. Давай, не все. Знаю, как третий боец, а потом... Ой, вот этот По, он слабый. Он Поко или Попо, как его? Коко-Поко. Сначала надо убить, а потом пойти к воротам. Хорошо. Я, то есть, начинаю не стрелять надо, сразу. Надо брать мяч, просто Да, сначала стреляем. Они возьмут. Делай большую ошибку, видишь, мало, видишь, что? Вот этот он останавливает двигаться, видишь? Да, он останавливает нас. Эй! Молодец. Ой. Блин.
Эй, нас убили. Стреляй ее, догоняй, Денис. Давай, Денис, это Денис, это не я. На. Давай, я помню. Побежали. Опа. А, вау. Блин, они капец мощные. Так, давай, иди сюда. Вот тебе. На. Хотел? Убегай оттуда, мы тебя прикроем. Беги, давай, Денис, давай, ты молодец. Блин, ловушку опять мне этот. Да нет, это вот этот, который с молотком. Нет. Да? Остались. Блин, что-то это у нас вообще столько играем без этих. Ой, блин. Атас. Все, мы должны добить. Я возьму вас. Защищайте. Да, защищаем, конечно. Давай, защищай. Убегаем от этого чувака. Молодцы. Несмотря на кого, бегите, вставайте. Ага, бегите, меня этот... У них какой-то сильный вот чересчур вот этот чувак. Да! Нет! Опять, это уже 10-е поражение. За 11 минут игры... У меня было... Смотрите. За 11 минут игры я проиграл, наверное... 400! 10, а сейчас 480. Так, ладно, ну ничего страшного. Сегодня проигрываешь, завтра выигрываешь. Главное, времяпрепровождение. Ага, сам говорит... Короче, я кольта взял, знаешь, надо ихний, вот этот перед ихним воротом стена есть, надо кольтом, я короче, ульта или как ее, короче, за это мы. Ребята, сейчас мы должны победить, если мы победим, вы должны нам лайк срочно, я не шучу. Оставляйте комментарии, да, только не матершины. Поставьте лайк, потому что мы стараемся. Только не матершины. Так, мне надо восстановиться. Меня завалили. Бенджамин, давай, беги вперед. Выиграй время, молодец! Пока мы появимся. Вообще супер играет. Вообще это Бенджамином нам повезло. Нет, с Бенджамином. Это мальчики, они просто хорошо играют, потому что... меня завалили опять. Дере, появляйся уже. Не туда, вот туда. Ту-т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 у. Давай, пап! Молодец, супер! Где вы? Неужели? Капец! Ребят, сейчас... Вот это обидно. Неужели мы, блин, столько играем и не можем выиграть уже? Вот это ты меня достал уже. Вот, на тебе, на тебе, и собачку тебе, и по собачке тебе. Сейчас мы нападаем, давай, мы теперь... Я их убила! Какой ты поубила? Ты никого не убила? Я убила их! Давай, появляйтесь, пока они дойдут. Быстрее, молодцы! Молодцы! Берем этот... Давай, я тебе страхану. Бан! Давай! Давай, папа, помоги же! Блин, меня этот... Собачка завалила! Да, прикинь. Нет! На, стреляй туда! Ух! Спас наши ворота, я! О, меня опять завалили. Стреляй, бери быстрее. Нет, беги к воротам подальше от наших. Если ты забьешь, ты герой. Во, молодец. Где? Мне надо сдалека, короче. Ребятки. Хитрые. Давай этого ворота защищай. Да, защищай его. Вот. Блин, нас завалили. Ворот, Бенджамин, да! дальше кидай. Он нас не слышит. Его Бенджамин или как зовут? Блин, мы опять проиграли в этот раз. Ёшкин кот. Я что-то... Очень жаль. Стреляем. Ду-ду-ду. Капец. Что-то вот это у нас не очень интересное. Мало, ребята, мне теперь стоп.